Всем привет! Вы слышите Алексея Халецкого. Меня в комментариях очень сильно просили сыграть за ворона, поэтому вот вам. Я уже опять доигрался до железа в этом сезоне. Большая игра на 8 аж человек. В принципе, все сильные, только одно дерево. Я просил его кикнуть. Там, ну, просто у него всего 13 рейтинг. Я боюсь, что он просто ливнет из игры, скорее всего. Я на это ставлю. Ну, процентов 90, что он... То есть дело не в том, что он слабо играет. Меня не это беспокоит. То, что человек просто уйдет из игры без всякого сопротивления. Тем не менее, карта вообще случайная. На 8. Там есть у нас, я видел, и этот клан быка, которого многие не любят против него играть, потому что он реально сильный. Но мне на самом деле главное, что нету змеи. Вот я ненавижу против змеи больше всего играть. Потому что у него один стиль игры, вот у клана змеи, вот этот микроконтроль юнитов, а все остальные сидят в развитии играют. Поэтому... Очень неприятно, когда клан змеи есть в игре. Ну, лично мне. Я ненавижу вот это. Ну, то есть это совершенно другая игра. Я сюда пришел в Норсгород поиграть, а играю, не знаю, в какую-то реал-тайм тактику, что ли. Посмотрим. Так, я вижу, что вроде места у меня для гавани есть. Это уже в плюс. Итак, у нас 2-3 ворона. Еще и доктор. Кстати, доктор знакомый ник. И он, по-моему, тоже очень хорошо умеет за ворона играть. Ну, 3 ворона, ФФА на восьмерых, я считаю, это прикольно. Чем больше ворон в партии, тем веселее имхо. И мне веселее, и всем участникам игры веселее. Дальше есть один бык. Лошадь, олень. Нет, 2 лошади, олень и медведь. Ну, кстати, лошади сильный клан. И... Ну, в общем, мне кажется, должна быть прикольная игра. Но в любом случае, если она прикольная, то я ее выложу. По моему мнению, если не прикольная, то вы ее просто не увидите, вот и все. Так что вы можете таким образом прийти. Если вы ее видите, значит игра... О, тут, кстати, дерево у нас сразу дополнительно. Тоже классно. Единственное, что, конечно, их долго его находят скауты, это... Дерево, так, это забираем и это забираем. Вот это включаем кнопочкой I или вот здесь оно включается на миникарте. 4 места, 3, 2 волка и лес, нормально. Нормально, в принципе. Жалко, нету вообще никаких руин и этих... Как его? Кораблекрушение. Но есть территория с лесом. 3 гавани. Так, я, наверное, хочу вот эту еще территорию открыть, чтобы сразу можно было зачищать волков. И пойду потом дерево добывать. Так, теперь пошли дерево. Тут как раз 2 скаута можно использовать. Они долговато, конечно, будут. Блин, вот 4 волка мне не очень нравится. И
Я не смогу сразу зачистить. Блин, и овечек нету, кстати. Ладно. Надо вот это зачищать в любом случае. Тут мне дадут 200 дерева, по-моему. Блин! Хотел специально забежать нераненым впереди. Я, наверное, тут даже одного волка не смогу убить. Хотелось бы уменьшить число волков на этой территории. Еще у меня, к сожалению, денег нету. Блин, я, пожалуй, оставлю этих воинов. Потому что я не смогу быстро берсерка нанять, потому что у меня нету ни руинок, ни кораблекрушений, соответственно, денег много. Надо сначала корабли поставить, а эту территорию надо защищать, потому что здесь еда будет добываться. Да. Ну, в общем, старт, я не скажу, что хороший у меня. О, еще и центр. Далековато. Кстати, Докторс нашел его. Блин. Это хреново. То есть этот ворон вырывается вперед. Так, я с одной стороны соседствую с оленем. 200 древесины. Давайте вот тут исследуем. Тут забираем эту территорию. Строим гавань. Строим поле. Строим дом. Еще отсутствие овечек не дает мне сильно развернуться. В плане, ну, забить там на, например, строительство зданий на еду. Да, у меня медленноватый будет старт, конечно. Еще тут три волка, ну охренеть. Блин, у меня с едой проблемы сейчас будут. Ну, с другой стороны, у меня вернутся скауты. Сейчас я вот эти две территории открою и буду возвращать скаутов. Так, знаете что, мне надо тут дерево быстрее добыть и построить здесь склад. Видите, у меня вот эти ребята много еды потребляют, но мне они нужны, я не знаю. Иначе мне придется постоянно тратить жителей на защиту. Ладно, давайте этот пускай умрет. Сейчас зима настанет, блин. Ну, я не знаю, как мне тут. У меня вот, видите, и с едой проблемы, потому что, видите, только одна клетка еще с едой осталась. Ну, мне как бы, в принципе, этого достаточно. Но тут 4 волка, которых еще надо сначала зачистить, чтобы... Так, давайте эти в еду. Ну, по идее, мне на зиму хватит. Мне надо бы попытаться
построить, наверное, добычу железа и хотя бы одного. Сейчас я просто посмотрю, сколько у меня будет зимой минус, по идее. Минус 2. Хорошо, а если я вот так сделаю? Минус 2 по дереву. Блин, не очень, конечно. Ну, в принципе, у меня еще один поселянин появится, и норм будет. Не должно вроде совсем в минус уйти. Хотя... Ну, мне надо сейчас добыть 5 железа и берсерка как можно быстрее купить. Одного ставлю, потому что у меня деньги еще не сильно быстро тут копятся. У меня еще 150 не будет. Блин, ну давай, появляйся, житель. Если появится житель, по идее... Минус должен уйти. Ну, минус 2. Хорошо, ладно, вернем. Странно, конечно. Минус 1, ладно. Придется этого убить. Будем надеяться, что сейчас эти волки не набегут сюда. Значит, для меня так вообще будут реально проблемы с едой. А вот, кстати, и зеленый. Блин, он вполне может... ну... Так ему сложно будет пройти, потому что тут либо... Я вот не вижу, тут либо йотуны, либо эльфы. То есть по земле он вряд ли мне нападать будет. Но так как я его сосед, он захочет наверняка убить меня рейдами. А так как у него больше славы, то он может... Действительно, начать на меня нападать. Еще не факт, где этот коричневый был, который ливнул. Так, 154. Деньги уже достаточно. Давайте-ка побыстрее попробуем накопить железо. Тут уже сейчас будет у них холодно будет из-за отсутствия дерева. Это нормально, тут хватит, они не заболеют. А вот железо нужно быстрее 5 штук набить, чтобы с волками разобраться. Ну и защититься. О, 3 штуки побежали, смотрите. Да, ну я успею купить берсерка. А вот если бы я так не топил в берсерк, у меня были бы реально проблемы. Теперь мне придется первым делом строить на самом деле лекарей, потому что иначе мне не хватает силы берсерка, чтобы вот этих волков зачистить, потому что их тут четверо, мне надо... Нет, сейчас мы, наверное, все-таки лесорубов еще возьмем. Забираю эту территорию чисто для того, чтобы счастье было. Ну и быстрее появлялись жители. Так, мне пока больше не надо железа. Мне скорее надо будет их сюда, в лесорубов, назначить. Ну и тем более сейчас покопится немного еды. Очень проблемный старт на самом деле. Ну, вот еще отсюда начинают волки. Ну мне пока хватает силы берсерка. Сначала лесорубов, потом лекарей. В этой же клетке.
сюда! Ну, в общем, все не очень. Зеленый уже таном стал, то есть у него два дополнительных работника, а я вряд ли до следующей зимы даже успею стать таном, потому что меня неоткуда сейчас славу брать. Надо зачищать эту территорию, забирать это слава. Здесь ставить башню, убивать... О, уже черный здесь. Мне надо этого медведя убивать, тоже захватывать территорию, ставить башню. Очень, конечно. Очень плохой старт, к сожалению. Ну, блин, почему этот не пошел сюда? Так, лечимся. Ну, можно, кстати, гавань ставить, потому что я сейчас возьму... Сейчас возьму... Предание, которое счастье от гавани даст. Хотя бы уменьшим до трех. Пока. Боже, еще эти нападают. Ну это охренеть. Как мне тут... Блин, тут уже зеленые. Ну мне надо этих, видимо, зачищать. Ну, наверное, сначала надо будет этих зачистить, а не медведя. Там уже все тан. Еще и фиолетовый уже тан. Так, ну надо сейчас до конца тут стоять. Не должны мне загрызть они втроем. Нападать теперь пока только отсюда могут, но драугры и зимой начнут падать. Тут надо ставить... Куда? Где напали? Да блин! Куда ты бежишь? Убей волка. Блин, он меня зарезать может. Нет. Фу. Боже, как на тоненького-то. Так, значит, тут мы ставим еще добычу еды. И тут башню надо поставить. Сразу, чтобы... О драуграх не беспокоиться. Дальше. Что следующее? Тут склад. И тут зачищ... А, блин, мне сейчас надо будет с этим сначала разбираться, с павшими мореходами. Ну, я... У меня 4 дровосека, я думаю... Павшие мореходы, напоминаю, они могут только на прибрежные территории нападать, причем... Прибрежные, которые не центральные. То есть они либо на этот нападут, либо на этот. Хотелось бы на этот, потому что тут дровосеки и лекари. И я тут больше, я даже сюда прям поставлю его на всякий случай. Так, давайте тут сразу склад после башни. Драугры... Только после второй зимы, ну, во время второй зимы, после второй зимы будут нападать. Так что пока можно не беспокоиться по поводу их нападения. Ну, давайте сюда. Да, я думаю, они сюда, скорее всего, будут... Ну.
Нет, сюда, отлично. Ну, блин, уйди, лекарь долбанный. Вот, все, и теперь всеми ребятами... Так, сначала лекаря долечите. Фу, так, надо попробовать вот до зимы этих ребят зачистить и забрать территорию. Кажется, тут эти йотуны. Хотя могут и эльфы быть, конечно. Так, еды дофига, давайте камень тут добывать. Мне надо улучшить ратушу, это 20. Но только в начале следующего лета я смогу в таны выйти, а тут, конечно, у нас уже... Да, слушайте, я там прилично от этих... Мне придется здесь башни ставить, иначе они меня вынесут рейдами просто. Так, последнего волка надо убивать только полностью здоровым, иначе прибежит зеленый и мне мешать. Знаете, я, наверное, даже этими добуду последние. У меня как бы еды много. Нормально будет. Надо это железо добывать, чтобы место появилось. И кузню поставить. Зимой меньше урон наносим, но достаточно, я думаю. Нормально. Нашу башню. Мне бы вот эту территорию открыть, конечно. Узнать все-таки, кто там. И мне бы больше... Ну, у меня очень-очень тяжелый, медленный старт. Я поэтому и мореходов особо не могу отправить. Но только я апаю башню... А, ну, собственно, апаю ратушу, я получаю тана. Один камень осталось добыть. Но это поздно, конечно, по сравнению с теми двумя воронами. Обратите, как поздно, я только в конце второй зимы я таном становлюсь. Пора. Двоих отправлять опять. Мне надо еще одну явно. Еще одну гавань ставить, как минимум. И начинать уже открывать побережье. Блин, сколько это может быть?
То есть сколько осталось фиолетовому до ярла, я про это. Давайте сначала мореходов улучшим. Потом, видимо, крестьян. Кажется, все-таки тут... Хотя йотуны, по идее, должны быть видны тогда очень хорошо. Я вообще не... Ну, с другой стороны... Не знаю, блин, мне надо кого-нибудь отправить сюда исследовать. Давайте я отправлю одного. Я хочу узнать, кто тут. Потому что это зависит от того, надо мне тут ставить башню или не надо. Уже начали драугры нападать, но это... Тут башня стоит, меня это не особо беспокоит. Так, давайте, во-первых, гавань, во-вторых, мне одну гавань надо будет апнуть. Что сейчас появится житель, он минус один аж сделает. Так, у зеленого 255. Он на втором месте? Нет, у него 15%. Блин, там фиолетовый что-то... Ага, это эльфы. Блин, мне тут надо... Мне тут надо башню ставить. Блин. Мне одного, к сожалению, не хватит. Они меня сейчас наваляют вдвоем. Ну, хотя бы одного я убью. Не успел. Ладно, полечусь. Так, надо апнуть, чтобы несчастье ушло. И, наверное, сейчас поле проапгрейджу. Блин, ну... Ладно, мне придется одного сделать воина. И им вперед. Иначе они сейчас захватят эту область просто. Даже, наверное, не убьет мне воина. Лично. Все, сейчас будем... Надо строить башню быстрее. Надо было раньше открывать, конечно, эту территорию. Так, 300... Блин, там... 20... Слушайте, там фиолетовый очень скоро ярлом станет. Блин, мне надо тут башни ставить. Ой, как муторно-то. Надо этого медведя теперь зачищать.
Еды нету практически. Сейчас еще несчастье будет из-за того, что все заболеют. Класс, класс. Ну, не все заболеют, а некоторые. Так, мне надо следующий камень добывать. Башню. Ну и вот сейчас тогда можно будет хотя бы расслабиться немного, я думаю. Имбатор. Мне бы фиолетового открыть. Ну, смотрите, у красного 395, да, и у него 24... А, ну, примерно одинаково. Ладно, пускай у меня стоят уже башни. И все равно как бы дерево дофига. Особо некуда девать. Тоже сейчас последний поселянин появится. Ладно, давайте. Или надо накопить немножко еды. Не, ладно, не буду пока медведя трогать. Апгрейдить склад. Дорожку охотника и этот склад. Еда копилась. И улучшим лесорубов с лекарями. Но это зимой уже. О, открыл. 430. Да, видите, он уже очень близок к тому, чтобы стать этим ярлом и посылать рейды. Так что я правильно башни поставил. Ну нафиг. Вон зеленый котик тоже понимает. И вообще практически во всех, на всех территориях стоят башни. Так, ну еду мы с едой разобрались, слава богу. Давайте улучшать лесорубов и знахарей. О, оранжевого. Красный победил. А оранжевый тоже лошади, по-моему, было две лошади друг с дружкой. Схлестнулись. И вон, кстати, у нас фиолетовый где. Нормально. Все нормально. Давайте, наверное, улучшим вот этих лесорубов и переведем сюда одного. Ну просто тут больший процент получается тогда добычи дерева. Косок у нас камня 21, и тут 3, 24, да? Улучшаем. Это 8, 8, 16,
Дом 20-24, да. Так, эти ребята закончили. Сарубой отправлю. О, уже у фиолетового нагльфар, зашибись. Вот, короче, коричневый тут был между синим и фиолетовым. Ну, класс. Еще и фиолетового нету нормальных, кстати. Ну, хотя красный вынес оранжевый. Думаю, что он такой сильный. А фиолетовый вообще защиту берет. Будет от защиты играть. А зеленый взял нападение. Тут стоять. Тут уже, в принципе, драугры набегали, а вот эльфы давненько ко мне не набегали, так что могут напасть довольно скоро. Давайте улучшу дом, потом улучшу гавань. Будем уже... Ну, я, видите, отстаю и по славе, хотя тут эти уже зеленые по славе. Ну, они, я не знаю, 460-450 и по науке. Так, придется, блин, не так много денег у меня. Цыгава не приостановить, к сожалению. Гавань — это и наука тоже у меня. Успеет у меня берсерк добежать, его охотники добьют. Тоже завоевателя беру. Ну, мне нравится завоеватель, потому что это дополнительное придание 15% к силе. Так, ну... Так, надо смотреть, остановить. Еще есть? Да, еще есть. Нам надо этих будет улучшить. Так, все. Следующий останавливаем поход. И здесь успеют ли эти вернуться к моменту появления? Должны успеть, по-моему. Так, делаем. Давайте, наверное, тут добудем железо, попробуем, пока зеленый не решил на меня набегать. Ну, он меня не исследует, во всяком случае. А, не, он исследует. Блин, теперь надо ставить эти военные лагеря, получается. Ну, чтобы он не решил напасть на меня, знаете, он такой видит, что прилично военных лагерей. Зачем нападать на парня? О, фиолетовому гавань порушили. Минус 4, ну или 3. Не, минус 3. Минус 3 жителя и гавань. Серьезно, он решил через маяк поиграть? Ну-ну. Ну-ну. Так,
Улучшаем знахаря. Знахарей. Так, тут еще щитоносцев поставлю. А вот тут еще можно тоже ловить. Блин, ну ты утомительный. Куда ты? А эльфы вообще погулять выйдут вообще? Не буду пока тратить на пиры. Так, давайте улучшать охотников. Все, закончились. Слава богу, кракены. Так, я думаю, что у меня дерево дофига, поэтому этих пока отправляем. О, наконец-то, дождался. Вот тут я успею одним берсерком двоих эльфов убить вместе с башней и улучшением на 15% силы. Нормально. Так, дальше просто поселян улучшу. У меня тут много будет железа, то есть вот здесь многое добудется, плюс еще у меня свой источник есть вот здесь. Нормально. И зимой отправлю... Отправлю... скаутов. Следовать красному. Угу. Фиолетовый решил избавиться от соседа еще одного. Давайте мы, наверное, дом построим, что ли. Я уже скоро... Да, знаете что, надо... Пойду-ка я медведя вот тут зачищу и, и захвачу эту территорию. Тут мне, если черный будет мешать, меня это не беспокоит. Где-то там сам воюет с синим, может. Часть счастья появилась, поэтому надо домик строить.
Фиолетовый. Да, кстати, йотунов можно отправлять еще до того, как ты ярлом становишься. Рейды нельзя. А йотунов можно. Так, что-то у меня черный тут полностью исследует. Кровавая баня уже красный прокачался. Ну, я так надеюсь, что красный с фиолетовым там бьется. Так. Я, во-первых, могу здесь уже свою реликвию начинать. Блин, денег нету ни хрена. Нет, тогда не могу пока. Поехали в скауты. Зеленому. Он меня больше беспокоит, чем черный. Почему мы так? Так с этими, с деньгами грустно. Знаете, вот это надо, вот эти две территории надо зачистить. Просто зачистить, даже меня забирать нечем. Но меня до ярлом стало. О, еще и зеленый нагльфар сделал. Ну что, будет он на меня нападать? Вот это вопрос. Потому что я у него единственный сосед остался. Там оранжевого красный вынес. Ну, конечно, зеленый не знаешь, у меня денег нету. Давайте тоже начнем на глифар троить. Ну, еще и апнутые. Ну, я бы на месте зеленого нападал на меня. Ну, он, правда, не знает мое развитие, с другой стороны. Он, конечно, видит, но не знает, что у меня грустно было. Как бы армия у меня есть. Терял берсерка, какой я дебил. Я его отправил и пошел цареть. Ой, блин. Так, ну, вообще тут красный даже недалеко получается от зеленого. Ну, мне надо зачищать. Я тут открою. Мне надо еще к черному на всякий случай проход открыть. Да, давайте мы, наверное, еще вот эти вот тут
Вот так и так откроем. Тут должны моряки открыть. Но мне надо территорию забирать и дома строить. Так, давайте мы пока без лесорубов как-нибудь. Мне надо две территории зачистить, а у меня даже берсерка нету. Зачищено. И даже заберу. Блин, фиолетовый красного мутузит своими рейдами. Вообще есть еще области для... Нет, нету, отлично. Сейчас мне тут самые основные я открою. Так, сюда надо... Блин, мне нечем строить пока. Надо быстрее зачистить и отправить. Сюда. Тут разведчики. Вот йотуны, кстати. Так, черный с синим явно дерется. Отлично. Ну, я все еще боюсь зеленого. Да, блин, черный, ну... Ну... Значит, война с черным. Я зачистил территорию, пошел, пришел и забрал. То есть я ее забирал, он мне не дал ее забрать и начинает, он, смотрите, что делает. Ладно. Я это запомнил. Зеленого 800 славы. Фиолетовый по науке. Да, это интересно. Но я бы черного хотел вынести вначале. Давай 2, 3 из 3, 5 из 5, 3 из 3. Денег мало. Единственная проблема.
А чё, что я прям вот сюда могу напасть? Его как бы желтого это не беспокоит, я смотрю, да? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, ну 16 у него может быть. Вот. Но я не могу нападать пока... Так, на Гальфар. Я не могу нападать, пока я не получу улучшенное снаряжение. Так, я здесь поставлю. Блин, ну... Я могу улучшить, в общем-то... Только тут у нас еще 15, да? Давайте, не, давайте, знаете что, кого-нибудь улучшу. Правда, кого мне осталось? Мудреца. И... Давайте разведчиков улучшим. Побыстряне. Мне 5 железа всего лишь надо для улучшения моих юнитов, когда вот улучшенное снаряжение я сейчас открою. Я думаю, что следующим летом, в начале следующего лета надо нападать. Провожу пир, потому что у меня уже 1500 предел. Все, тут улучшаем воинов. Убираю кузню, ставлю здесь реликвию. Можно этих отправлять в разведку окончательную. О, синий на черного напал. Отлично. И разведчики еще и бегают сами по себе. Отлично. Ну, если синий не добьет, то я черного добью. А тут синий его добьет. Угу. Ну, отлично. Ну, синий, как бы, вот это некрасиво было. Зиму холодную я переживу. О, тут, кстати... Не было ли тут у зеленого территории, или мне кажется? Или тут у красного была территория? У доктора холодная баня, кровавая, в смысле. Ну, это явно он тоже с кем-то дерется. Смотри, серый отбился. Очень зашибись, что пока все дерутся, я коплю деньги нормально. О, еще и зеленый на красного стал. Да, ну это интересно. Ну я бы, наверное, черного хотел вынести. Мне нужно, чтобы одного соседа... С другой стороны, конечно, там синий не самый приятный сосед тогда становится. Сколько у меня вообще уже территорий? 9. Но у меня мало денег. Более того, я не могу... Алтарь поставить. Мне надо рынок сделать, видимо. И камень покупать. Мне больше вообще камень негде добыть, в принципе. Да, так что тут сейчас железо добуду. Я убираю этот... шахту и ставлю там рынок. И дом можно еще один поставить.
Там, короче, фиолетовый с зеленым на пару красного выносят. Ну, не знаю, выносят ли. О-о-о. Все красное. Да, ну, плохо. Это плохо. Теперь у зеленого точно развязаны руки. Если что. Ну, вообще у него развязаны руки на победу с лавой, на самом деле. То есть теперь мне. А кто-нибудь, кстати, заболел после этой зимы? Похоже, что нет. О, фиолетовый заболел. А у зеленого все хорошо. Блин. Ну, я даже и не знаю. Мне кажется, мне надо выносить эльфов и через эту территорию на землю. Ну, то есть, тут сейчас зеленый реально может победить. Я-то знаю за ворона. Выкупить территорию это довольно быстро. И давайте торговать с фиолетовым, может. А, через торговый этот. Сколько у него вообще юнитов? Так, у него улучшенное. У него, конечно, камня было дофига. Раз, два. Это 6, 8, 10, 12, 14. То есть еще у него 16. 16, и у него посильнее они будут, чем мои. Блин. Ну и что делать? Зеленый решил. Но вот это он зря, то есть, да, он решил напасть, потому что тут полностью убитый у фиолетового юнит, но это как раз, вот, а фиолетовый зря убирает. Я бы на месте его вот этих всех раненых слил, чтобы быстрее новые появились. Да что, он будет их лечить, что ли? Так, давайте, наверное, легендарные герои и переключим уже на славу. Просто, понимаете, я не могу славой победить, потому что мне негде даже территории захватывать. У меня все соседи остались. Может, мне тогда серого сначала все-таки вынести? У меня очень мало славы. Но я могу, наверное, вынести серого, потом эльфов и... Да. Наверное, так. Мне 18 надо делать тогда. Хотя я не думаю, что там у черного много денег. Я могу пока 12 сделать, так? Ну, предположим, и лекарей еще 15. Ладно, поехали. Фиолетовый сдался. Неужели у зеленый там? Ну блин, сейчас зеленый, скорее всего, мне будет мешать убивать черного. Ну, я бы мешал на месте зеленого, будь я. С той стороны.
4, 6. Сколько сила? 15. Равны. Так, надо рейд отправлять. Блин, он тут защиту поставил. Не знаю, что он туда пришел. Армии. Немножко славы получаю, позабирав его территории, а не его прямо. Вот видите, поставил этот сваль. А, он уже сюда его поставил. Чтобы рейды невозможно было отправить. Подождите, нет. Вот это, я же вот эту территорию зачищал. То есть все равно некрасиво он сделал. Полечиться пойду. Надо, наверное, на армии переключиться. Видите, если зеленый будет делать армию. Да, блин. Так, забрали. И вот этого парня убьем. Он не хочет его на себя территории держать, потому что он несчастье дает, когда ты держишь его на территории. Так. Ну что, давайте потихоньку территории забирать, да? Это будет 10-я.
Я черного выношу, на самом деле, только ради очков славы. Я даже побольше территории буду пытаться захватить. Блин, я сейчас... Во-первых, дерево кончится, во-вторых, еда. Мне надо бы... Так, у меня сейчас больные начались. Надо как-то армию слить все-таки. Наемники. А, я не могу сюда наемников отправить. Блин. Все заболели. Боже, что? Что-то как-то мало юнитов. Я, может, он увидел, что у меня болезни. Но это, видимо, он уже хочет победу славой. О, отлично. Я даже готов. Он мне всех убил. Ну, у меня куча денег, поэтому надо пока использовать. Да, тут у меня вынесет, ну, заболел я. Могу воина еще сделать. Да, я очень медленно черного выносил. Ну а зеленому это надо, он просто сейчас славу получит для победы славы и все.
общем-то. Без шансов особо. Ну, честно говоря, просто очень-очень тяжелая территория с самого начала партии. Я даже не очень представляю, что тут можно было... Как можно было лучше сделать, потому что оба ворона... Ну, вы видели, что оба ворона лучше развились в начале. У них лучше территория. У зеленого, например, вот тут счастье было. Фиолетовый, кстати, проиграл тупо из-за того, что он слишком долбился в красного зачем-то. Очень столько он туда послал рейдов просто и этих йотунов. Просто вообще... Мне, наверное, ну, то есть, вот здесь, не нападая на черного, надо было, наверное, напасть на зеленого. Но, мне кажется, я бы ему вообще ничего не сделал. Просто вот, ну, то есть, там, не знаю, пару территорий бы захватил. Он настолько всю игру без проблем прошел. У него явно и куча денег было. Ну, и вы видели, у него апнутые были военные лагеря. То есть у него столько же армии было, но они были бы сильнее. Просто потому, что у него каждый апнутый лагерь плюс 5% дает. Давайте посмотрим, чем закончится. Но я тут ставлю на победу зеленого славой просто. У него есть территория захватывать. Он синий побежал. Сейчас побежит с кем-то воевать. А, эти зеленые решил добить. А зачем это? А вот зачем он зеленый добивает черного, например? Или он хочет военный победить? Но он прям вообще 9 воинами. У него 17, видите, у меня 15, у него 17. Эти плюс 2 силы это за счет апнутых 4, по-моему. То есть у него даже камня было больше. Сколько у него лагерей апнутых? Раз, два. Ну, два лагеря, это вообще только 10% сверху. Он отступает, потому что синий на него бежит. Мне сейчас кажется, синий сольет армию. Но у меня два соседа до конца игры были, черный и зеленый. То есть у меня выбор либо на одного, либо на другого нападать. Интересно, если не всю карту видит, если он всю видит, он бы, наверное, отсюда тогда сюда пойдет. У синего 19 войны. 20 штук. У этого 20... Ну, тут, правда, не все войны. Ну-ка. О, ну, синий решил слить армию, я смотрю. То есть он не очень, да? В математику. Пс-с-с. Ну, все. Победа зеленого. Сейчас он синего вынесет. Вы когда нападаете вот на территорию, не забывайте, что когда вы входите на другую местность, ваши юниты не могут нанести удар чуть меньше 1 секунды. А юниты соперника могут сразу убить просто. И они успевают, ну то есть, терять сразу несколько юнитов. Поэтому если надо входить на территорию, только если у вас действительно серьезное преимущество. А, тут у него даже нету башни. Эти зеленые видят, где нету башни, и заходят туда. Ну, синий проиграл. Жалко, тут не увижу бой, хотя, может, и увижу. Да, такой проблема в том, что тут сейчас зеленый не может... А, он отправил йотунов. В
потом рейд отправить сюда. Ну, синий проиграл. Вот это его атака была. Тут я уверен, что зеленый может даже сейчас славой победить. Он просто хочет победить военный. Еще и на кровавой бане. Это сколько у него? 18 силы. Он даже так уже сносит синего, к нему приходя на территорию. А если у синего убивают берсерка, то у него вообще никакого, все бонусы теряет, потому что у него тут, видите, трофеи. Увеличивает атаку на 10% и скорость атаки. Увеличивает защиту на 10% и здоровье. Открывает пассивную способность топот, которая позволит наносить урон по площади. Сейчас он рейд сюда отправит и добьет. Синий зачем-то на берсерке зеленого сконцентрировался. Хотя, конечно, надо юниты в первую очередь убивать. Берсерки у воронов не особо сильные. Ну, вон рейд приезжает. Немножко рано его отправил, правда, но... А не, нормально. Забываю, что они вот так вот подлагивают постоянно почему-то. А нет, все-таки рано. Сейчас будет еще один рейд отправлять, прежде чем заходить. О, как... Подождите, а как он туда отправил? А, нет, подождите, я не понял, а как он отправил вот этих? Или это... А, это у них, наверное, событие просто, это у всех. Понял. Сейчас он тут рейд. Вот только что приехал рейд и заходит. Все, тут умирают у него юниты. У синего, я имею в виду. Так, он сейчас именно берсерка хочет давить. Ну, мне кажется, он синий уведет берсерка. Да, не хватит зеленому силы прям захватить. Но... Хотя, наверное, сейчас будет себя просто рейды постоянно отправлять. Да, не хватило, слушайте. Ну, все, синий проиграл. Сейчас еще сюда рейд отправит зеленый. Вон он едет. А почему на эту территорию-то? Что-то зеленый затупил, мне кажется. Тут зачем убивать? Да, тут зеленый тупанул, ему нужно было рейд сюда отправлять. Ну это только отсрочить на некоторое время. О, черный, еще один. Вот черному нефиг делать, ну серьезно, вот как... Побежал, сколько, 8 юнитами? Да, 8 юнитов. Молодец. Ну, я бы сейчас на месте зеленого отстал от синего и просто накопил деньги, чтобы победить славы, и все. Я вообще не вижу каких-то проблем сейчас у зеленого. Не знаю только, чем он сейчас занимается. Тут просто... Я не знаю, может, он мискликнул, кстати. Просто на эту территорию случайно стоит. Тут не было смысла вообще на эту территорию нападать. Серый прибежал, потерял армию. Зачем?
Черный, конечно, хорошо отбивался и от меня, и от синего там, но это тоже как-то без шансов на победу. Особенно вот это его, то, что он... Я бы, может сказать, и не подумал бы именно на него, я, может быть, и попробовал бы на зеленого напасть, но вот это, так как он забрал вот эту мою территорию, просто мою, потому что я ее забирал, он прибежал, ее отбил и забрал себе, то я просто не был в нем уверен, как в соседе с тыла. Тем более он еще и с синим прекратил битву. Мне кажется, черным ничего не учит эта игра. То есть на меня нападал, теперь пошел на зеленого. Нет, посиди, поразвивайся, пока зеленый с синим дерутся друг с дружкой. Так вот, зеленый встал в данном случае, чтобы удар первый на себя приняли вот эти рейдеры его. Еще денег у меня очень много осталось, конечно. Блин, эльфы помогают черному отбиваться. Интересно, у черного вообще есть еда, деньги еще, в принципе. Кто тут деньги берет, я не понимаю, у него... Опять, нет, все-таки, да, у него есть. Вот зеленый реально фигней занимается. Зеленый сейчас просто пытается победить войной зачем-то. Из-за того, что у тебя есть все возможности победить славой сейчас. Сколько у него территории? У него территории пока мало. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Только восемь территорий. Боже, эти черные какой-то... минус армию черную. Просто не нужна такая у него. Минус берсерк. Просто вся армия минус. Ну, зеленый просто таким маленьким количеством нападает. Вот он на меня даже нападал 8, что ли, воинами. Вот серьезно, если бы у меня не было... вот этой болезни, я от этого отбиваюсь вообще без проблем. Даже с его там йотунами, рейдами. А он тут к черному бегает, который фиг знает где находится. Боже, черный этот алтарь уже который раз чинит. Ну, конечно, неудачно поставил. Ему надо было где-то вот тут ставить скорее. Армию. Откуда у него деньги, я не понимаю. У него всего одна гавань вообще осталась. Ну, зеленому надо территорию у него забирать. Зеленый догадался, что надо просто территории забирать. Не знаю, зачем черный бегает к зеленому, агрит его. То есть считаешь, что он сейчас победит слава, может он просто не видит всю территорию. У него всего 8.
Ну, зеленого руина еще в начале были. Кстати, а фиолетового было кораблекрушение было. Два кораблекрушения. Ну, у фиолетового лучший старт среди нас двоих. Среди нас троих воронов. Но он это все просрал слишком большим количеством атак на красного. Я не знаю вообще, зачем у красного атаковать, если у тебя есть территория. Вот тут был коричневый, у тебя есть территория, пожалуйста. Нету одного соседа. И зачем тебе так упарываться, чтобы другого вынести? В итоге прибежал синий и... Фиолетовый, во-первых, заболел зимой. Ему не хватило развития. Все, у черного осталось три территории. Типа, играй как хочешь теперь, как бы зеленый ему говорит. Но это очень тяжело атаковать вот с этим сваленным. Это плюс 50% к защите. То есть тут 8 защиты вместо 5. Кстати, а почему у воинов ворона больше хитпоинтов? Это тоже? А, нет, это, наверное, этот, да, зеленый, вот это завоеватель, да. Ну, мне кажется, зеленый не пробьет сейчас. Ну, посмотрим, еще и эльфы бегут. У нас теперь уже эльфы в пользу зеленого сыграли, то есть они нападают на черного, в это время зеленый, видите, башню рушит. Вот зря он вышел, у него бонус был к атаке. Я бы на его месте просто добил эльфа и уже с этой башней разобрался. Ну, все, да. Черного наконец-то вынесли. Ну, я не знаю, тут нету смысла дальше сварить. На самом деле, тут зеленый победил. Он просто фигней занимается. Он мог давно славой это все закончить. Нету смысла дальше сварить. Вот синий ему точно ничего не сделает. Синий больше... Ну, то есть, он никакой другой победы, кроме как вынести зеленого, не может победить. А зеленого он точно вынести не может, потому что зеленый сильнее. Может, микроконтроль. Нехрен делать черному, честно. Уже все тут, то есть ты уже не победишь тут никак. Ну, у него, кстати, денег дофига. Он ходит, он бегает, армию делает. А зеленый микроконтролем не парится. Ну, я понимаю, просто ну это такой бред, вот это вот. То, чем черный сейчас занимается, это ему не дает возможности победить. Это, знаете, такой просто раздражитель такой. Все, у него один юнит. Он даже его не вылечить не может, ничего. А, вот так он сделал. Он его вылечит немного. Ну, наконец-то. Боже, такой уже упорный. Все, синий пошел на последнюю атаку. Не знаю, ну, 13 юнитов. У зеленого, я уверен, куча денег просто еще. У него все эти ездят. То есть у него 12 торговцев, куча жителей. Шестнадцать юнитов бежит синий. Причем они силой 5. Ну, вот только зеленому, вот зря зеленый сейчас заходил. Я бы отдал эту территорию же. Тут сейчас может синий, конечно, хотя вряд ли, все равно. У синего 15 сила, у зеленого 17. Юнитов примерно одинаково. Ну, может, чуть синий победит, там чуть больше... Не, выглядит так, что зеленый все равно отбивается.
какая-то бессмысленная. Ну, я бы на месте синего просто сдавался уже. Тут время тратить. Он не может никак победить. Ладно, я закончу на этом. Тут неинтересно, мне кажется, дальше смотреть. Тут просто без шансов дальнейшее. Спасибо, что смотрели. Ну, в данном случае... Напишите в комментариях, как по-вашему мне стоило лучше сыграть. То есть я тут единственный вариант вижу, это нападать на зеленого, а не на черного. Но я не вижу, чтобы я реально мог его пробить с таким развитием. Это серьезно. Все. А это все. Играйте в умные игры. Всем пока. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока!